Всем привет. Поздравляю на всички. Первое, что хочу сказать. Първото, което искам да кажа. Увидев группу из Южной Корейцев. Когато видях групата от корейци. Я, поговорив с ними, как они на других служили. Поговорих мы си, трездесах. Как сослужили и на другие трездесы. Я понял, что Терминатор по сравнению с ними просто пацан. Разбрах, че Терминатор по сравнению с тях и просто някакво момче. И если Голливуд в будущем будет снимать Терминатора, то уже не надо Шварценеггера приглашать, какого-нибудь корейца. Ще снима следующей части на Терминатор, няма нужда да канят някакви американские актеры, ами трябва да поканят корейцы. Они просто на спецэффектах сэкономят миллионы долларов, он все сам сделал. Экономисват на спецэффекти. Вообще это чудесное было время. Да, беше чудесно време. У меня вот в день начала Трездеса был день рождения. Имах рожден ден. Но мне было совершенно не до него. Изобщо си забравих за рождения ден. С утра работа, потом подготовка. Работих, после си подготвях. И у меня прям в первый день было чудо. В первый день имах чудо. Я за день до этого участвую в одном футбольном турнире. И я травмировал очень сильно колено. Много сильно травмирах коляното си. Настолько сильно, что я даже очень тяжело спал. Толкова сильно, че даже не можех да спя. Потому что от любого поворота я чувствовал боль в колене. Усещах болка в коляното. И утром, когда проснулся, я не мог наступать на колено. И на сутринта, когато се събудих, не можех да стъпвам върху крака. Поэтому я весь день ходил с фиксатором на колено. Затова цял ден ходих с фиксатор. И вот когда первый день закончился, мы разошлись по комнатам. День, и заминахме по стаите. Я лег спать. Аз си легнах да спя. Я молился. И си молих. За исцеление колена. За исцеление на коляното си. Там несколько часов это Няколко было. Часа. Я уснул. И заспах. И мне снился сон. И снувах сон. Что я стремлюсь что-то забрать, что-то получить. Че се стремя да взема и да получа нечто. И вот я помню, когда я не могу дотянуться. И не мог достигна. И вот это во сне просто Божья рука меня берет и поднимает наверх. И Божья рука просто ми хваща и ми и я хватаю. Я схващам. И в этот момент я получил и в настолько момент аз получих толкова прилив энергии, что я аж проснулся. Силен прилив на энергии, че чак се събудих. От того, что мне очень тепло. От това, че ми е много топло. Очень радостно. Много радостно. И у меня не болит колено. И не ме боли коляното. И я проснулся утром. И се събудих на сутринта. И я вот встал. И се изправих. Потянулся за своим этим фиксатором. И се притеглих за фиксатора си. А он, получается, куда-то за сумку завалился. Кто някъде се загуби там за чанта. Я, получается, встал его доставать. И аз се изправим да го хвана. Такой беру. А с просонья я поздно лег, рано разбудили. Рано. Я такой... Так не болит же. Слава Богу, для меня это реально, потому что я реально хромал. Вот ребята, которые были, видели, насколько мне было тяжело идти. А на следующий день я уже даже бегал. И на следующий день даже бегах вече. И действительно, вот как Эдди говорил, что очень сильные свидетельства. Много сильные свидетельства. И самое главное, это вот ощущение этой любви. И много голямо усещане на любовь. И вот как говорили, что это три дня с Богом. Как то казаха, това бяха три дни с Бог. И я думаю, если мы тут на земле испытывали такую сильную любовь, на земята испытываем толку гуляма любовь, то насколько сильная любовь будем мы испытывать на небесах? Каква сильна любов ще испытываем на небесах? И я там получил огромное количество ответов. И там получих многобройные отговори. На все сферы своей жизни. И служение, и работы, вопросы, и семьи. В сферу на служение, семейство, работа. И действительно зарядился. И много се зарядих. Даже после окончания трездеса. Даже след като приключи трездес. Вот, за эту неделю. През тази седмица. Я вижу уже результаты того, что я получил ответы и начал исполнять. И започнах да го правя. И уже есть результат. И вече виждам результати. Поэтому я тоже, как Еди, нацелен на следующий год на Турцию. Както Еди също искам да отида в Турция. Тоже хочется послужить. Искам и се да послужа. Для кандидатов, которые будут в Турции. За кандидатите, които ще са в Турции. Поэтому я всем рекомендую, это обязательно нужно. Затова всички ви препоръчвам. Наистина трябва всеки един от вас да мине. Да, спасибо. Спасибо. У нас, знаете, там слава.